Вслед за ягодным сезоном наступила пора и для грибников. Она продлится вплоть до начала октября. Сбор грибов – это не просто времяпрепровождение, а достаточно серьезное хобби, которое требует обширных и полноценных знаний. И поэтому очень важно знать, какие виды небезопасны для нашего здоровья. Об этом рассказал эксперт КФУ Ким Потапов. Ядовитых грибов на самом деле не так много, как съедобных или несъедобных. Это небольшая относительно категория. К ядовитым, к особой категории грибов относится свинушка тонкая, которая содержит вещества, способные накапливаться в организме. Это, в общем-то, может закончиться фатально для человека. Также эксперт посоветовал, в какую емкость лучше собирать грибы. Грибы нужно собирать в посуду, которая, в общем-то, проветривается, потому что грибы относятся к скоропортящимся продуктам. В таре храниться они долго не должны. Грибы обязательно обрабатывают в течение ближайших 8-10 часов. Прежде чем пойти в лес за грибами, стоит изучить, какие именно будут безопасны для здоровья. Лилия Баталова, Фарид Захитуглы, Универньюз.